Всех приветствуем на нашем канале. Сегодня мы будем готовить торт рыжик. По этому рецепту мы уже на нашем канале готовили рулет. И для этого нам понадобится 5 яиц, чайная ложка соды без горки, щепетка соли, 100 грамм меда, 85 грамм сливочного масла, 210 грамм муки. И для крема мы будем использовать сметану, взбивать сахарной пудрой. Вот 5 яиц мы взобьем с сахаром и с щепеткой соли. Можно взбивать миксером, если у вас есть миксер. Взбить нужно до пышной пены, я буду взбивать венчиком. Яйца я взбила, сахар у меня растворился, теперь я беру мед. Мед и масло я в микроволновке растопила. Сейчас сюда высыпаю соду. Можете мед подогреть на водяной бане, можете на плитке. И эту смесь выливаю в яичную. Все это перемешиваю. И сюда сейчас добавляю муку. Тесто замесилось. У меня уже разогрета духовка до 180 градусов. Вот я приготовила противень. И сейчас сюда на противень буду выливать двумя частями. Сравняла и ставлю в духовку минут на 10-12. Там уже смотрите каждый по своей духовке. Так, первый корж у нас выпекся. Выливаю вторую часть теста. Второй корж. Также выравниваю и отправляю в духовку. Пока у нас выпекается корж, мы взобьем сметану. Сметана у меня 20%. Кладу сахарную пудру. 2, 3. Вот. 4 ложки сахарной пудры. На кончике щепетку ванилина. И все буду перемешивать. Можно взбить миксером. У меня взбилась сметана. Я где-то ее минут 5 взбивала вручную. Сейчас я ее отправлю в холодильник, пока у меня остывают коржи. Второй корж тоже выпекся. Вот эти вот края я срежу. Они мне пригодятся для крошки. Разделю на две половинки. Так, и также сделаю второй корж. Очень эластичная получается, хорошо гнутся. Я разрезала на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 получился у меня такой небольшой квадрат. Сейчас я их буду смазывать сметаной.
Из обрезков, которые у меня были, я измельчила блендером, у меня получилась крошка. Так вот, выкладываю первый слой и смазываю его сметаной. Мы обмазали торт. Боковушки тоже я смазала. И обсыпем сейчас крошкой. Вот у нас мы приготовили торт рыжик. Готовится очень быстро. Готовьте, радуйте своих близких.